Значит, летит самолет, получается, да? Ну, летит самолет, тут пилот замечает, что что-то не то. Самолет, ну, явно... А какой модели? Это, ну, это тут абсолютно, ну, не важно. Ну, Боинг, большой самолет, самый большой. Ты же говорил Airbus. Какая разница, блядь, не лезь. Это самолет. Говорю, ну, не доебывайся. Летит самолет, здоровый самолет летит, это самое. Ну, капитан это, воздушного судна начинает замечать, что что-то неисправное. Все, падает самолет. Вот. И тут второй пилот тоже этот самый. Он говорит, что делать-то будем? Все, мы падаем. Вот. Ну, они, посовещавшись, пришли к мнению, что, чтобы спасти как-то самолет, да, и людей в нем, он полный был, вот, набит людьми, так сказать, вот, и нужно немножко сбросить вес. Они сбросили топливо, а там, да, там рассчитали, что хватило на посадку в ближайший аэропорт, и выходят потом, говорят, так, товарищи пассажиры, значит, у нас, ну, самолет терпит... крушение. Я понял. Нужно его... Осуждаю. Осуждаю. Тихо. Нет. Нужно его, это самое, немножко избавиться от лишнего веса, так сказать. Ну, не лишнего веса, а ненужного, нахуй. Я уже, нет. Да, осуждаю. Нет, 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 нет. Подожди, нет. Типа, он такой говорит, ну, надо от просто... От балласта. Нужно, нет, не от балласта, просто, говорит, кто хочет спасти людей, там, кто в самолете, нужно, ну... Немножко сбросить. Ну, короче, блядь, покинуть самолет некоторым людям. Вот, все. Значит, тут это самое начинается. Ну, люди взрослые встали, которые хотят спасти всех остальных. Первые смелые. Вот, у француз встает такой, говорит, да, ну, типа, ладно. Je suis galitei. Ладно, говорит, я типа... Ну, и, короче, француз выпрыгнул, короче. Раз пошел, первый пошел. Тут встает поляк, тоже думает, ладно, хуй с ним, прыгает. Встает украинец, тоже говорит, ладно, хуй с ним, прыгает, короче. Слава Украине. Вот, и это самое. Потом прыгает там еще кто. И там, ну, всякие прыгают, это самое. Армян там, все попрыгали. Вот тут подходит дело, ну, уже к русскому. Русский встает такой, вот, берет двух этих ребят и выкидывает их нахуй с самолета. Говорит, вот, блядь, и все, нахуй. Садится обратно, блядь, и все, нахуй. Осуждаю. Что? Этих ребят, это вот тех, тихо, которые... Они еще и пилотами были. Нихуя на шо способны. Мне все прихотило. Осуждаю.